Прикиньте, пацаны, добавили мойку в карпаркинге. Теперь у нас, пацаны, машина пачкается, когда мы едем по грязи. Просто гляньте. Опа, оп, машина запачкалась, пацаны, прикиньте. Что? Вы просто гляньте, я мою машину в карпаркинге. Друзья, ну что ж, всем привет, с вами снова я, по-прежнему Лестер, и это у нас карпарк мультиплеер, ну, уже обновленный карпарк мультиплеер. А сегодня, пацаны, у нас будет полный обзор обновы, то есть сегодня я вам покажу и расскажу вообще, как бы, что добавили и так далее. Так что, пацаны, я желаю вам всем приятного просмотра, конечно, приятного аппетита, пацаны, если вы кушаете. А мы начинаем, полетели, друзья. А по началам ролика хотел бы вам показать один очень хороший проект. Я думаю, вы слышали про самп на ПК. Так вот, теперь вы сможете установить GTA самп на свой телефон. В сампе ты сможешь сделать практически все, что угодно. Огромный открытый мир GTA San Andreas. Тут есть очень много разных работ. Зарабатывая деньги, вы сможете приобрести себе одежду, тачки и даже дома. И это все на онлайн РП. А для того, чтобы начать играть, первым делом загляни в описание и скачай лаунчер по ссылке. Дальше установка. Она максимально простая. Запускаем скачанный лаунчер и нажимаем загрузить. Затем запускаем саму игру и продумываем ваш игровой ник. И залетаем на любой из трех серверов. А я играю на первом. Кстати, по моему промокоду Lester ты получишь 120 тысяч игровой валюты. И хватит на покупку первой машины или же дома. В общем, ссылка на онлайн РП в описании, скачивайте и играйте вместе со мной. Пацаны, ну что ж, добавили очень много чего интересного. А перед началом, пацаны, пожалуйста, поставьте лайк. И давайте, пожалуйста, наберем под данным роликом 3000 лайков. Я думаю, что это максимально для вас легко. Просто, пацаны, с каждого по лайку, и думаю, что даже будет больше. Так, ну что ж, в первую очередь, пацаны, добавили как бы новый интерфейс. Второе, это, пацаны, теперь у нас как в стендоффе, так сказать, добавили ранги. То есть, смотрите, КПМ фан, коллектор, монополист, дай мне бензина, механик и так далее. То есть, это все, пацаны, мы проходим, и, пацаны, возможно, как бы будут подарки, но сейчас у меня ранг гонщик, и, походу, я на 17 уровне. Как бы я играл 4 часа, я проехал 34 километра, левел Дони 1, окей, хорошо. То есть теперь, пацаны, у нас есть система рангов, это очень даже интересно. Окей, поехали мы дальше, тут, как бы, пацаны, ничего нового, поехали дальше. Как бы добавили новые машины, как бы добавили новые обвесы на машины, как бы давайте я вам покажу. Вот, как бы добавили Супру, на них, пацаны, тоже есть обвесы теперь. И на очень много старых машин, пацаны, тоже, как бы добавили обвесы, так что, пацаны, за это можно, как бы, сразу влепить огромный и сочный, прекрасный лайк. Вот, пацаны, смотрите, Ford Mustang. На нее теперь вот такие вот обвесы, такие шикарные, пацаны. Как бы вот еще тут есть расширение. Вот еще, пацаны, карнизы. Задний бампер, пацаны, теперь можно менять и как бы делать из нее ГТ-ху такую. Это что такое? Я тебя понял. Так, спайдера, пацаны, новые. Гляньте, теперь у нас машина может быть вот такой. То есть очень много, пацаны, обвесов добавили. Так что сами залетайте. А если, пацаны, вы хотите, чтобы я вам показал, как, пацаны, скачать новую обнову, то давайте-ка поставим лайк, я вам покажу, как скачать новое обновление. Вот. Так, ну вот новая машина, пацаны, на которую обвесов пока что нету. А что у нее с выхлопом? Что это такое? Боже мой, что это такое? Ладно, не замечаем это, давайте пропустим. М5910, пацаны, тут как бы у нас были уже обвесы, то есть старые обвесы. Это нам не интересно. Так, пацаны, Марка 2, как всегда, не изменили, как бы он остался таким же, каким был. Очень обидно, что, пацаны, Марка 2 такой скучный, большой и длинный, и некрасивый, к сожалению. Вот, на М3 есть 46, пацаны, нету ничего интересного. Ладно, окей, а на чайку есть что-то интересное? А, на чайку, пацаны, было, по-моему, да? А тут у нас это было или нет? Вот, пацаны, еще. Теперь можно как бы устраивать прям полный форсаж, потому что, пацаны, добавили обвесы на машину Торетто, то есть Доминика. А, вот, это у нас, пацаны, расширение. Так, давайте посмотрим задние бампера. Прям, пацаны, мы станем, то есть я стану скоро Домиником Торетто. Семья, пацаны, это главное. Ну вот, пацаны, новые обвесы еще есть на Вайпере. Шикарно, как бы на ГТ у нас было. С-класс, ну, нет. А на ГТ-хе, пацаны, добавили обвесы на АМГ ГТ. Просто гляньте на эту липоту. Просто новые бампера, то есть брабус, обвесы и так далее. Просто максимально шикарно. На М8 есть какие-то обвесы? Да, пацаны, да. А, ну на М8, по-моему, были обвесы, да? Так, давайте я возьму какую-то хорошую машину. Давайте возьмем М4. Довольно-таки хорошая машина. Давайте я вам еще покажу, как выглядит, пацаны, новая пустыня. И мне написали, но ладно, не отвечаем. Поехали. Я вам покажу пустыню, пацаны, то есть добавили. Теперь у нас, пацаны, вот такая вот камера есть. Подождите, вот. Нет, вот, пацаны, наша новая камера. Она неподвижная. Просто максимально красивая, пацаны, камера. Еще, пацаны, как бы добавили дрифт-мод. И теперь, пацаны, пишется, сколько мы проехали боком, то есть в дрифте, метров. Это просто максимально шикарно. И это, пацаны, похоже на Need for Speed. Очень даже. Вот.
Просто гляньте, пошел бочком. Как бы я еду задом, а он думает, что я еду боком. Нормально. Добавили еще, как бы добавили мойку. Прикиньте, пацаны, добавили мойку в карпаркинге. Просто ошалеть. Как бы я еще туда не заезжал, я даже не знаю где это, но я это видел. И вы гляньте, машина испачкалась. То есть вы понимаете, да? Теперь у нас, пацаны, машина пачкается, когда мы едем по грязи. Просто гляньте. Опа, машина запачкалась, пацаны, прикиньте. Так, пацаны, заезжаем, мы пока что на починку чиним машину, а потом мы впервые, как бы я с вами, как бы, впервые заеду на мойку, потому что у меня машина уже максимально грязная. А чё её не починили, подождите? Я должен подождать, что ли? А, нет, я починен. А, она грязная, что ли, такая? Нифига себе. Так, давайте попробуем заехать. Это что, типа, они открываются или как? А чё они открываются? А, во, открылись. Откройся. Откройся. Я хочу машины помыть, откройся. Сим, откройся, блин. Так, может быть, нам надо, пацан, с той стороны. Как бы сейчас я заезжаю впервые сюда. Так, ну шо. Опа, открылась. Давайте заедем. Что? Вы просто гляньте, я мою машину в карпаркинге. Все, теперь у нас просто чистенькая машина. И выезжаем. Офигеть! Это просто максимально реалистично, пацаны, и это можно очень, как бы, хорошо использовать в рубрике «В реальной жизни». Офигеть! Разработчики просто огромные, пацаны, молодцы. Я просто ставлю лайк, пацаны, если вам тоже, как бы, понравилась мойка, то вам, пацаны, надо поставить лайк, а еще, как бы, добавили вот такую вот фигню, как бы она пишет нашу скорость, вообще, по идее. Также, ребят, изменили, как бы, звуки машин абсолютно всех. То есть, пацаны, на всех машинах у нас теперь новые звуки, абсолютно, чтобы вы понимали. То есть, вообще, на каждой машине почти изменен звук. А еще, ребята, в настройках у нас добавили возер, смотрите, нет, в графиках. То есть теперь мы можем менять солнце, то есть Skybox. Теперь, пацаны, у нас закат, давайте поставим, а давайте уберем Bloom и вы гляньте на это небо просто. А теперь давайте поставим Skybox 1. И теперь, пацаны, у нас светлое, красивое утро, а не закат. Просто максимально, пацаны, красиво и шикарно. Это мне очень-очень даже нравится. Пацаны, а еще мы можем убрать дым из-под колес. Давайте, пацаны, я вам покажу. Это, как бы, сделано для оптимизации. Смотрите, пацаны, бернаут делаем вот так вот. И, как бы, у нас появляется дым, а мы можем этот дым просто убрать. То есть, high smoke и все, дыма нету. А, он есть, подождите, что? High smoke, я сказал. А, пацаны, ну вот все, теперь у нас из-под колес дым не идет. Шикарно просто, шикарно. И, пацаны, мне кажется, по-моему, или же нет, изменили физику машины. То есть теперь она, как бы, более стала тяжелой, что ли, машины. И они теперь более хорошие. И, пацаны, мы можем сбивать кусты, понимаете? Ой, кактусы. А это можем сбить? Нет, подождите. Так, пацаны, мне нужен кактус. Например, вот тот кактус. Мы сейчас, гляньте, пацаны. Хоп. И нету кактуса, я его сбил, я его сломал. Офигеть, просто, я в шоке, пацаны, реально, я в шоке. У нас теперь в небе летают такие шарики, и это просто максимально атмосферно и максимально красиво, блин. Так, друзья, еще вот тут у нас, как бы, добавили вот такую вот мастерскую. Также, пацаны, там у нас есть мойка, то есть теперь у нас там, где мастерская, там у нас и мойка. И, как бы, теперь у нас намного больше, так сказать, починок, то есть мест для починок машины, а также очень много моек. И это максимально удобно и максимально круто. Теперь давайте, пацаны, подведем итог. Добавили очень много классных фишек, очень много чего интересного. Добавили, пацаны, новые машины, новые обвесы на старые машины, а также, пацаны, на новые машины. Короче, обнова максимально шикарная. Мне, как бы, она максимально понравилась. А если, пацаны, вам тоже обнова понравилась, то влепите лайки, пацаны, ну, реально, респект разработчикам, потому что, ну, эта игра теперь стала намного лучше некоторых игр, которые, пацаны, на ПК. Так что, ребята, это у меня все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока-пока. И до скорых всем встреч. Пока, ребята.